Волшебная петрушка для лица. Давайте поговорим, как при помощи обыкновенной петрушки приготовить волшебные средства для ухода за лицом. Поможет в этом наш обыкновенный и в то же время волшебный канал с полезнейшей информацией. Покупая на рынке пучок петрушки, мало кто знает, что держит в руках настоящее сокровище, ведь с древних времен эту траву использовали не только для еды, но и для приготовления различных средств для ухода за кожей лица. Сегодня мы подготовили для вас проверенные временем рецепты на основе петрушки, которыми пользовались еще наши мамы и бабушки. Попробуйте и вы приготовить эти чудодейственные маски и кремы, чтобы, глядя в зеркало, реже вспоминать о цифрах в своем паспорте. Маска от отеков под глазами. Измельчите зелень петрушки и наложите ее на веки и кожу под глазами на 15 минут. Удалите маску и умойтесь прохладной водой. Освежающий компресс для воспаленных глаз. Залейте 50 граммов зелени петрушки половиной литра воды и потомите на медленном огне в течение 15 минут. Дайте немного остыть, процедите и смочите в полученном отваре ватные диски. Наложите их на веки и держите 1-2 минуты. Затем снова окуните в отвар и верните на глаза. Повторите процедуру 3-4 раза. А по окончании сделайте холодный компресс, промокните кожу полотенцем и нанесите питательный крем. Освежающая маска для сухой увядающей кожи лица. Столовую ложку отвара из зелени петрушки смешайте с куриным желтком и столовой ложкой жидкого меда. Добавьте рисовую или овсяную муку до получения кремообразной консистенции. Через 20 минут смойте маску сначала теплым отваром петрушки, затем холодным. Очищающий лосьон для жирной смешанной кожи. Одну столовую ложку свежих или сухих измельченных корней и листьев петрушки залейте стаканом кипятка и держите на водяной бане 20 минут. Снимите с огня, дайте настояться в течение часа, процедите и добавьте половину стакана белого сухого вина. Лед из отвара петрушки. Охлажденный отвар петрушки процедите и залейте формочки для льда. Заморозьте и протирайте лицо по утрам. Это предотвратит появление ранних морщин и сделает кожу упругой и эластичной. Компресс из петрушки и укропа для зрелой и увядшей кожи. Измельченную зелень петрушки и укропа смешайте в пропорции 1:1. Одну столовую ложку полученной смеси залейте 2 стаканами кипящей воды, накройте емкость крышкой и настаивайте в течение 2 часов. Процедите, смочив в отваре трав марлевую или полотняную салфетку, слегка отожмите и наложите на лицо на 20-30 минут. Лечение розовых угрей. Приготовьте отвар из петрушки, взяв на одну часть зелени 5 частей воды. Смоченную отваром тканевую салфетку накладывайте на лицо каждый день на 15 минут. Курс лечения должен длиться не менее 2 недель. Маска для сухой чувствительной кожи лица, шеи и зоны декольте. Одну столовую ложку мелко нарезанной зелени петрушки разотрите с 2-3 столовыми ложками жирной сметаны. Для густоты можно добавить рисовую или овсяную муку. Держите маску на коже в течение 20 минут. А у вас есть семейные рецепты масок из петрушки? Поделитесь, будем рады! Поставьте лайк, если узнали что-то новое и полезное, а еще подпишитесь на наш канал. Хотите первыми узнавать новые, эффективные и доступные рецепты для красоты и здоровья? Не забудьте нажать на колокольчик!